Она должна остаться в клинике. Это я вам как лечащий врач заявляю. Чтобы вы пичкали ее тут антидепрессантами или какие у вас там методы? Мне кажется, это то, что тебе нужно. Маленький домик, лес и души вокруг. Я точно помню, что мы были не здесь. Я же не сумасшедшая. Я не понимаю, я твой муж, я несу за тебя ответственность. Ты хочешь отдать меня обратно в клинику?